Выставка Prodexpo. Год 2022. Второй месяц, второй день недели, и мы продолжаем вас знакомить с интересными людьми, интересными продуктами. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Максим Мороз, компания ООО «Maxi Fishing», генеральный директор, и мы бы хотели как раз представить нашу продукцию, новшества и новинки 2022 года. Надеюсь, мы удивим и наших потребителей, и вообще рынок нашими новшествами. Нас вы уже удивили, и мы стараемся показать теперь всем-всем вашу продукцию. Во-первых, это красиво, хочется сказать. Во-вторых, давайте поподробнее, наверное, о каждом продукте. Наверное, какие-то уже зарекомендовавшиеся продукты есть или какие-то прям новинки, которые только-только появились в продаже? Есть как раз-таки два направления зарекомендовавшихся новинок. Начнем с зарекомендовавшихся. Это форель. Форель наша, которую мы везем из разных стран, и в том числе, самое главное, выращиваем в России. Вот, в России мы везем импортную икру, сами выращиваем, и у нас получается шикарного качества форель, которую мы потом продаем потребителям, зная, что она ела, так скажем, в каком состоянии она кормилась, какая вода была, чистота воды. Это очень важно. Нет запаха тины, качество рыбы, цветность. Это очень важно, потому что мы для потребителя даем лучшее качество для своего же российского гражданина и выращиваем в российских условиях. Не импортируем, а импортозамещаем. Это очень важно. И самое главное в том, что в этой форели есть все полезные вещества, которые необходимы для человека, для развития. Сам по себе продукт форель – это здоровье ближе. И мы выбрали курс 2022 года «Здоровье», поэтому мы занялись еще и тунцом. Это заменитель мяса, так скажем, морская говядина. Идет вылов из Вьетнама и района Океании возле Австралии. И этот тунец приезжает к нам в замороженном или охлажденном состоянии без газа. Это вот очень важно. То есть на текущий день очень большое количество тунца приезжает с газом. Их обрабатывают газом, чтобы не менялся цвет на розовый. А мы приняли новую технологию, японскую, и привозим при минус 45 градусов. За счет этого мы формируем новый рынок и сделали целую вереницу продуктов в разных направлениях. Это и направление консервации, готовые обеды с тунцом. Каша, например, перловая, либо... Очень хорошо идет булгур, спагетти с тунцом. Сразу готовый обед, 250 грамм. Консервация, обычная маленькая банка, которая вот данная представлена. Обычный стандарт, который все привыкли видеть. Но мы его мешаем с киноа, с томатом, перченый делаем. Так как люди, допустим, потребляют в Марокко, у которых культура потребления тунца уже более там, 50 лет. И они, для них тунец намного интереснее, допустим, из рыбы, чем лососевые породы. Вот. И мы пытаемся в Россию принести новое. В частности, продукты. Продукция сувид – это французская технология, согласно которой качество мяса меняется. То есть на текущий момент в домашних условиях возможно произвести готовую продукцию при 100 градусах в печке, в духовке, либо на сковородке. Мы же томим при 55 градусах. Это только можно сделать в промышленных условиях. И мы доводим качество мяса без выделения всех полезных веществ. То есть белки, все полезные вещества оставляются в куске, в стейке. И эти стейки вот в новой нашей такой упаковке сувид, чтобы привлекали и потребителя, и с объяснением, что такое сувид-технология, мы предлагаем потребителю в 2022 году. Далее, чипсы из тунца. Так как все привыкли к мясным, к кабаносам, к мясному этому, мы хотим привести продукцию био, ЗОЖ, чтобы люди могли потреблять те же чипсы, но они полезные. То есть это сделаны чипсы из тунца. Это действительно вкусно. Далее мы развиваем продукцию тунцовых изделий. И в частности сейчас мы придумали также и кабаносы из тунца, и готовых обедов у нас более 50 вариантов. Паке из тунца, это очень важно. Вот на паке можно сконцентрироваться, то есть это продукция, которую сейчас в новые сети мы предлагаем, самые передовые, да, в том числе и био-зож, который продвигает здоровое питание. И паке сделано с авокадо, том-ям, разные вкусы, чтобы потребитель российский знал, что делать с тунцом, чтобы он просто пришел, купил и наслаждался теми вкусами тайскими, которые мы могли бы заметить на другом краю земли. В том числе Океании, это острова Самоа, это за Австралией. Там как раз очень сильно это развито. Чего не хватает на российском рынке. Вот. Спасибо большое за вашу работу. И просто добавлю от себя, смотрите, замечательные снеки есть, наверное, потому что прям на раз быстро сейчас, ни с кем не делясь, можно очень вкусно и замечательно накушаться.
выглядит замечательно, и надеюсь, что понравится и покупателям, и ритейлерам, и наша выставка будет вам полезна. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо и всем удачи.